Инициаторами проведения Дня карьеры стал Севастопольский центр занятости, Управление образования и науки госадминистрации и одна из городских IT-компаний. Такая акция для нашего города дебютная, и провели ее в рамках общегосударственной программы службы занятости «Подбор персонала и профессиональное обучение под заказ IT-сферы». Всеукраинская программа – это как бы пилотный проект по заявкам работодателей Украины по обеспечению их потребностей в рабочей силе, творческих людях именно в IT-сфере. То есть в рамках вот этой программы мы проводим свое такое профориентационное мероприятие. Но мы работаем повседневно, кропотливо с каждым работодателем, удовлетворяем их потребности, все заявленные потребности на этом рынке, в этом сегменте рынка мы удовлетворяем практически на 90%. Представители IT-компаний говорят, необходимость в кадрах огромная. Именно поэтому нужны подобные встречи со школьниками, чтобы привлечь молодежь заниматься компьютерными технологиями и программированием. Сейчас это то, что достаточно бурно развивается в компании. И мы постоянно испытываем сейчас проблему с кадрами. То есть нам не хватает хороших программистов, нам не хватает качественных специалистов. Компания решила, что имеет смысл также обратиться к школьникам для того, чтобы пропагандировать среди них именно вот нашу отрасль и для того, чтобы наиболее талантливые, наиболее перспективные ребята обращали внимание. Тогда будет больше приток хороших ребят в вузы на соответствующие специальности, и мы тогда сможем получить где-то там в будущем хорошие кадры и хороших сотрудников. Для подготовки абитуриентов, которые собираются поступать в вузы и связать свою жизнь с компьютерными технологиями, в Севастополе работает летняя школа. Занятия в ней дают возможность идти в ногу с постоянно усовершенствующейся IT-сферой. Когда вы заканчиваете школу и приходите в университет, к сожалению, вам не всегда достаточно тех знаний, которые вы получили в школе, для того, чтобы быстро адаптироваться, быстро влиться в русло. А это необходимо в связи с тем, что IT-индустрия развивается очень быстро, очень динамично, и, к сожалению, программы обучения очень часто отстают. Это мероприятие, на мой взгляд, это очень хорошая инициатива как со стороны компании SoftSurf, так и со стороны центра занятости. И оно еще раз подтверждает, что несмотря на то, что Севастополь не самый большой город в Украине, да, но тем не менее он является одним из центров подготовки IT-специалистов. Ну и охарактеризовать этот процесс можно всего лишь одной фразой: нас мало, но мы в тельняшках. В ходе встречи с представителями работодателей, вузов и центра занятости школьникам рассказали о приоритетах работы в сфере компьютерных технологий и возможностях, которые могут открыться перед ними, если IT станет их жизненным выбором. Татьяна Семенец, Денис Корвель. Программа «Наше время».